Белокуриха Вилледж. Это 6 домиков, которые находятся недалеко от Белокурихи. Относятся к сети гостиниц Катунь, Белокурика, Белокуриха и Сибирь. На территории вот такие домики, 3 люкса и 3 стандарта. Рядом озеро, но в озере купаться нельзя. Баня тоже рассчитана на 30 человек. Номер люкс. Обеденная зона. Как бы все тут в доме имеется, вообще все. Телевизор. Там кухню дальше пройдите, посмотрите. Кухня, микроволновая печь, холодильник, раковина. Балкон. Тапочки. И спальня. Гладильная доска, утюг. Приблизительная стоимость домика на 2 человека 5400. Входит небольшой завтрак, ну как типа сухпаёк, потому что здесь кухни как таковой нет. Можно пожарить шашлык, посидеть, мангал. Небольшая детская площадка дальше. Вот строят новый ресторанчик. То есть через 2-3 месяца будет тут полноценный ресторан на завтраках, обедах и ужинах. То есть можно будет спокойно кушать. Вот здесь беседка, вы можете также ее арендовать и провести здесь мероприятие. Вот озеро. И баня. Еще один люкс, обеденная зона, кухня, ванна, палаты, тапочки, диван и спальня прям сразу, то есть нет двери, гладильная доска. Телевизор. Старт 4400 стоит сутки. Полноценная большая спальня и отдельно комната в гостиной. Телевизор. И гостиная зона. Кухня, микроволновая печь, плита, стол, фен, душевая кабина. У каждого домика есть стол, мангал и лавочки. Территория от клещей обработана. Территория от клещей обработана, конечно. Плюс по необходимости выдают Wi-Fi роутер, который вы можете подключить. Работает круглогодично, то есть все здесь убирается, чистится, моется. Если снег, то чистится снег, можно спокойно отдыхать и зимой, и летом. Детская площадка, качели.